Наконец-то мы зашли. Сегодня с первого раза. Но не с первого раза создали взвод, да? Вот, сука, кто-то чанку забрал. Да раз, блин. Тачанка, раз тачанка. Наверное, хуёво быть единственным рекрутом, да, в команде. Да, есть такое. Малёк, блин. О, смотри, блок. Ну, тачанка вот неудобный какой-то. Тачанка никакой вообще, скажем так. Хотя я сегодня даже немножко задал жару, так сказать. Бомба только наверху, да? А, нет, внизу тоже. Я смотрю, меня так вообще, короче, кинули, да? Ну да, кому ты нахуй нужен? Ну да. Сзади могут прошли, там же снайпера сидят. Да не, не прошли. Пока все чисто. На окне одна сидела. Снайпер, говно-снайпер. The bomb diffuser has been successfully deployed. Да, блять, как? Mission failed. Через дырку, наверное. Через дырку, да, понятно. Нихуя же не видно, что находит. Знаешь, вот такой ощущение, как это две разные локации. Непонятно вообще, что происходит на улице. Что днем, что ночью, блядь. Вот. Когда ты снаружи заходишь, тебе свет мешает. Точнее, тьма мешает. Когда ты внутри выходишь, как тебе силы свет добра мешает, мешают, да? Тебе видеть. Да, блядь. Либо ты, короче, хуёво видишь, либо тебе слишком светло, либо тебе слишком темно, короче, одно из двух. И не важно, какое время суток, это блюр какой-то ночной, я не понимаю. Это NVIDIA с их HBAO+. Это, по-моему, вся суть, по-моему, этого, блядь. Next Gen графики, блядь, то, что ты должен был как-то... Чувак, ну я же тебе говорю, когда мы сидели в детской сидели, бомбу охраняли, в окно смотришь, там настолько свет, да, бьёшь, там вообще ни хрена не видно. А когда из окна смотришь, там темно, и тебе тоже не видно, да, как бы. Они не внизу точно. Они вверху, я вижу, вижу, вижу. Я спалил бомбе. Спалил какой-то, блядь, чухана. Прыгай, чувак! О! Поехал, блядь.
Кто остался в живых? Никого. Проебали, блядь. У тебя тоже рекорд, да? Ну да. А ты что, у тебя зачистки были? У меня на защиту. Я как бы, чувак, работаю. Я тоже сегодня не играл. Да ладно. Голову свою ёбаную убери, IQ, блядь. Чел, ты знаешь, что я в ванной? Это может быть. Вот как бы мне не пофиг. Я дам вам быстро такие. Сука, та падла на тачанку сел, падла. D4 в Сон Икс Ган. Нехороший человек. Да поздно уже, блин. Он на него и прыгает так на эту тачанку, что это. Она у него тоже одна, блин. То есть дефендер у него больше нету дефендера, блядь. Сука. Сука, сука. Дефендера, блядь. Наушников от дефендера, сука, блядь. Бля, защитника, блядь, что еще, блин, сказать. Сейчас смотри, как он здесь будет с пулеметом мучиться, блин. Акия. Stay within the area of operation. Да нахуй ты туда же пикаешь, вот он мудак какой-то, блядь. Дебил, он берет? Вот ты дебил, бля, вот он тупой, господи, сука, господи. Он, знаешь, вот я ставлю сетку и рядом свою электрическую хуйню. Этот мудлан, короче, знаешь, что делать? На мою электрическую хуйню ставит свой джаммер, короче. И вот джаммер сразу сжигается. И мне минус 10 очков дают, потому что он долбоёб, короче. То есть долбоёб он, а, блядь, мучиться должен я, блядь. Это норма. Гандон ёбаный, блядь. Чё? Чё, на окно залез? Я его поебали. Op 4 has located a bomb. Может кто-нибудь камеры посмотрит? В спортзале чисто, в гараже чисто. На улице, блядь, выездов не видно. В главном, ну там, видно. Никого нет. Никого не видно, да? А стопудов... А нет, один снайпер не будет сидеть у них эти рекруты же. Наймер там как минимум хотя бы РЦО надо иметь. Ну да.
что-то где-то происходит. Это я стену ломаю. А, да? Где-то бахает. В ванной, блядь, меня штурмуют, на. Че тебя, кто тебя в ванной штурмует? Жена, что ли? Твоя, блядь. Блядь, в ванной, чувак. Да, идите сами воюйте, ну его нахуй, больной какой-то. Оу, щит. Он, короче, стоит в углу, это, справа. Ну, вот так, как-то так. Это же было. Я думал, это термит сначала. Под ним оба перестрелились, блядь. Я заскочил прям на ствол, короче. Может, покоцать и успел. Фантошлёпы. Блядь, обделённый, блядь. И чё ж, я после этого раунда... Нет, никого я себе не куплю. Там надо за 1000 покупать. Нихуя себе, ты чё, все на Defender, что ли, брал, блядь? Там не за 1000, там на каждое государство, по-моему, по 500 сначала. А, да, ну тогда еще надо на атаку ловить. Да, по атаку. Кисимбаева взять! Кисимбаева нет. Почему? Чё, не русский, что ли? Так в этой бэке его нет. Кисимбаева там нет. Как? Он же был фьюз. Фьюза в этой нет. А чё так? Я же... как без Кисимбаева-то, а? А твою мать, как ты не мразь, блядь. Они, короче... выходим, знаете, откуда? Отсюда. С River Docks. River... 10 seconds before insertion. 5 seconds to insertion. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Стой. А, ты же это, термит, да? Нет? Нет, но я могу все равно такую хуйню сделать. А, так ее все могут такую хуйню сделать. Стой. Давай на соседнюю поставь. Да не. А, давай, знаешь что? Ты отсюда заходишь, я отсюда захожу. Давай, 3, 2, 1. Давай на соседний, следующий, да. Стой. 3, 2, 1. Опачки. Вот этот неждан. Бля, надо на соседнюю, ты что сделал? Ну подумаешь, что ты очко это расширить трудно, что ли? Ёптуна. Симулятор ломания стен. Алмазная резкая стен нашли. Да. А ты не мог сказать, что рядом, блядь, уже прострелял? Вот ты ёбну тебя. Чё? А чё ты сразу убегаешь оттуда, блядь? Откуда оттуда, блядь? Я тут вообще-то, блядь, сзади. Да пошли его, найдём его. Хуя, прикинь, двоих положу, блядь. Нормально. Бля, там еще и мина была, прикинь. Он чуть-чуть подождал бы, там еще и третьего ёбнул бы. А потом бы мы бежали, такие бежали. Так, блядь, нам-то что надо? Нас бы убили. Блядь, надо все-таки этого поставить, что за... От кого? Это много отрывает, нафиг. Он с одного нарыва, да, убивает? Один раз нарываешь, он сразу умирает, да? Не знаю. Спроси этого у Кисимбаева, блядь. Которого нет. О, все, выйдем. Конечно, выйдем, блядь, мне же надо прокачать. Блядь, уже нашлось, чувак. Нет. Поздняк я уже нажал, как бы. Сейчас все равно выкинет, блядь. Ну хватит, не нажал, чувак, на самом деле. Угу.
ты Ubisoft не знаешь, что ли? Ага. Заебись, на самом деле. Игру как бы нашло, уже врагов нашло. Ну да, я же тебе что говорю. Туда... И нас так, я тебе говорил, барану 1000 надо, блин, на атаку, блин. Как ты нахуй русский-то пытаешься? Потому блин? Что я русский. Аргумент? Блин, я дагестанец, но там как бы не здесь. А я хочу глазка быть, понял, да? Даже шухрата там нет, понимаешь? Нету. И чё? Забирай кого-нибудь хорошего, иноземного. Захватчика. Пиндоса, блядь. Вон у нас есть, ты можешь взять мута, например. Так. И ты можешь взять этого. Operation Service. Касла можешь взять. Вшел в жопу. Нигер такой, бачка. Не буду его. Так, он, блядь, кому-то, блядь, знает. Тут кому эта заставка, он неинтересна, вообще не понимаю. А кого ты взял? Не скажу, блядь. Только не говорите, что ты ебаного дока, блядь. Нет! Не дока. Так, ставим. Скажем так, у него винтовка R33. Англичанин, что ли? Yes. Блять, ну я же говорю, мутер, блять. Я компьютер. Подданный королевы. Компьютер. Понял, да, как понял, сразу блядь. Наш. Да? А, кстати, теперь, да, когда вот сюда нажимаешь на F10, здесь, короче, этот. Дата пинг до дата-центра показывает. Судя по буковке Г, он в Германии, и судя по пингу в 91, он тоже в Германии. 97. 97. А буква какая стоит? Корпенков. Стопудово. Незалежный. Все, чувак, видишь, теперь не заходит. А, не-не-не, смотри, что. Я тоже Г. Было бы странно, если у нас разные сервера были. Ну конечно. Но хотя это Ubisoft. Там джамшуты работают. Я помню, как GTA 5 уже вышел релиз, полдня прошло, и вот. Ни у кого еще не начал скачивать. Значит, ни у кого не запускается игра. У всех бомбит дико, короче. Я представляю, что там один такой мужик стоит. Бедолага забитый, блядь. Его все мучают, короче, в этом. Рокстаре и оставили на ночь, чтобы он, блядь, эти пакеты расшифровывал. И он один такой сидит, расшифровывает пакеты, а там его люди гоняют, да я быстрее, сука. Блядь, погоди, снигайте. А чё не стартуем-то? Can we play? Паутина, вперед! Какая? Напиши, какая бета? Через 6 дней она в релиз выходит. Это не бета, это по. Это подделка на коленке, блин. 1 декабря она выходит, ты прикинь. А декабрь через сколько у нас? Какое сегодня число, блин? 25-е, через 6 дней выходит. Бет, ебучий, бет. Солдат Хамаса, блядь, не выдержал, не гнил, блядь. Разь. Ааа, блядь, уроды, а! Давай, блядь, заходим. Да, понятное дело, выходим нафиг, короче. Ты говорю, поправили, поправили. Ни хрена не поправили. Люди просто... Поздно. Я мудрый хотел купить. До этого ты чё вообще ждал? Коллеги тёр, блядь, на лоли. Оооо, connection error. Браво! Все это знак того, что я должен что-то улучшить себе. Эй, я тебе приглашение кидал. Дом труба шатал. Принимай. Сейчас 2 часа будем мучиться пока, чтобы зайти в эту поеботу.
Поебуты, поебуты, ты ты. Я только об этом подумал, отвечаю, блин. Эй, ты принял, да? Ой, погоди, это принимать надо? Да, голоперидол, 2 таблетки, 3 раза в день. Давай, все, принял я. Стартуем! Вперед! Они новые, а гоу, гоу, гоу! Или мы так и будем играть, блядь? Чё, с чем? А, с тачанкой? Инвалидом, инвалидом Аусу, блядь. Hello. Да, конечно, есть, куда ж без них-то? No, no. No, I'm not right. Кек во все города. Ну, вот это хорошая ничья, на самом деле. Топ-кек. О, заняли! Прикинь, даже британца заняли. Mother Russia happy. Oh, Mother Russia. Mother Russia happy. Горбачев, Фейс, водка и Ру. И Ру. Путин, водка, балалайка. Путин, водка, балалайка. Балалайка. Гуд. Гуд, гуд, гуд. Что, никто про самолет не пошутит, что ли? Да не, не надо. Нормально. Про второй самолет. Про второй самолет. По-моему, их в подвале, не кажется? Нет, они на втором. Угу. Так, я слышу этого. Скажи третий этаж. Короче, бомбу не нашли. У меня есть дымовые гранаты, чувак. О, да ты силен. Ой-ой-ой, чувак, капкан. Уходи. Блин, вон там прям за углом сидит, падла. Двое их там. Твою мать, он еще раз вернулся и еще меня застрелил. Нормально, нормально. Модно, блядь, молодежно. Охуеть, охуеть, блядь. Они сейчас проем, блядь, всех застрелят, да? Да, заебись. Ага, еще один раненый. Двое раненых. Да, этот мудак с ружьем там. То есть круто. Их не бьет, трое раненых. Помните друг друга. Они что-то подполут друг другу. Смотри, 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 смотри. Сука, блядь. Он был, когда нездоровая хуйня происходит, знаешь, да? Такие ползут. Слизи, блядь, слизи, блядь, друг другу плут. Бля, пацаны, сейчас поможем друг другу. Ура, ты пикнул тачку. Где я еще? Нашла тачку, блядь. Еще вчера. Хоть бы мы в подвале были, хоть бы мы в подвале были. Да не слышу, что мы. Подвал, моя любимая. Какая-то не подвал, блядь.
Нахуй ты свою хуйню считаешь, мудлан, блядь. Где бы тут засесть бы, а? Тачанку мою, раз тачанку. Да чувак, верну в проходе, посадили. Ебать, меня этот ебень закрыл, сука, своей мощной хуйней, блять, мудлан. Твою мать, вот он долбоёб, блять, сука. Убери её нахуй отсюда. Я сейчас могу её разрушить, на самом деле. Убить бугурт, нет, если я её разрушу, блять. Ебать, ты шайтан, да, ты такие вещи держишь. Ку-ку, блядь. Ты нахуя её закрыл, сука, ебень, блядь. Я просто закрыл меня, блядь. Это не вариант просто оттуда такой круг делать. Потому что, блядь, может неминуемо эту учиться, блядь. Ну, как бы меня завалят, как обычно. Белл, у меня всегда мандраж ночной, когда я взрывы слышу. Бля, показалось бы, я живу в Махачкале, я уже должен к этому привыкнуть, бля. Ну, ладно, что сзади тебя идут? Сзади меня что это? Ты бы сказал вообще, что это, блядь? Пиздец, ну вообще, да? Они идут. Ох, мне, блин, только повернулся, в баш выписали, а. Ё-моё, вот я лоханулся, отвечаю. Секунду посмотрел в твою сторону, и меня сняли. И мою сторону, я пиздец, со всех сторон этот... защищен. Ёб твою мать, да как нахуй? Пиздец, пиздец! Он с лестницы, блядь, с лестницы! Увидел в дыре какое-то движение и завалил меня, и завалил. Я в похуй, они, по-моему, блядь, в Oculus Rift играют. Я не понимаю, как так близко можно увидеть все это, что происходит. Я просто, блядь, не понимаю. Я уже два раза соснул, да. О, нормас, нахуй. Красавец. Это кто-то? Капкан, да, типа? Угу. Ты видишь, да, эти ноги? Нет, чувак, я вообще-то камерный. На камерках. Ты на камерах, а я на персонажах. Там этот, конвульсер бьется, короче. Один на моей тачанке сидит? Нет, там чувак, короче, конвульсер. О, в конвульсер бьются они. Я ж тебе говорю, у меня вчера, знаешь, как они плясали тут? Даже не видно, настолько дым видел идет, что не видно, куда стреляешь. Блять, опять он британца взял. Чё ты заебал уже? Чё ж так сделаешь? Я на тебя репорт напишу. Как он сыкнёт, блядь. И сейв. Ещё раз так сделай. А это такой, а Тэтчер что делает вообще? Ты его хоть раз пикнул? Кто? Тэтчер, блядь, Тэтчер. Маргарет Тэтчер, блядь. Не знаю. А что он делает вообще? Она, он. Хрен я знаю. На это, Сербию, наверное, рушит. Или что она там? НАТО создает? А, все понятно, они на втором. Бля, я через окно. Умнее всех, да?
Я через одну ловушку перепрыгнул и на вторую нарвался, видел? Нет, чувак, там это одна была, но на втором стояла. Нет, я там, я же, слушай, я там же застрял, я поднялся по лестнице и там же застрял. Она одна в пролете была, вторая? Не было в пролете. Была. Не было. Пролет, я же проехал пролет. Что, ты меня учишь? Да. Я же видел. Нет. Эй, уст, блядь, иди нахуй, понял, да? Эй, блютуз включи. Улетел. Чё ты? Ты нахуй со своим блютузом, блядь. Сука. Не, врываются, скажем так, они красиво, спору нет. А дальше ничего не происходит. То есть мы как бы, мы, блядь, ворвались на уровень ниже, ты в курсе вообще, блядь? Да? Точнее, выше. Выше. Правильно, все, мы сверху штурмуем. Ты, блядь, разрушил такую не сначала? О, есть, одного завалил. Граната, блядь! Она не туда полетела, идиот. Ебать, он на арабском орёт. Тебе не похуй, что ли? Чувак, я уже сиплю, я понимаю. О, он слева сидит, слева, чувак. От бомбы слева. Вот, вот, слева он. Вот он. Заходи справа резко. Вон он, вон он, давай, давай, давай. Еще, еще, что ты? А, не сыкуй. Куда, что ты делаешь? Что ты делаешь? Вот что я делаю. Нет, это ты его убил, идиот. Я понял, но это чистейшая тактика была. Он сыкнул, ты видел вообще? Как он убил его? Чё? Чё? Как он убил его? Не знаю, через стену, наверное. Какого хуя там бетонные стены, блядь? Через какой, блядь? Да, блин, опять не успел я нажать, блядь. Сука. Чё ты теперь на тачку, да? Не успел я нажать, блядь, только этот палец в карту понёс бы. Окей. I agree. Я хоть сначала сказал, что я просто соглашаюсь. Я не слышал, блядь. А, теперь по этой, по защите тяжелой одну дали, дают вещь, прикинь. Блядь, нихуя. Ты просто, блядь, рекрут меня двигает. Да? Ты холоп, ёбаный, блядь. Пошёл за тут. Protect the biohazard container at all costs. Охуенно тачка сел, блядь. Бля, смотри, как он поставил, блядь. Ну ты что, ты как... кафир какой-то ставишь, блядь. Ёп! Там что, махач уже происходит, да? Да, меня чуть не завалили. Чуть не считается, чувак. Хуя себе на 52 хп, блядь, оставили.
Container. Подожди. Граната полетела. Ах ты ж! Какая граната! Прикинь, он кинул, она от стенки или от чего-то отскочила прямо под ногу. Это жесть. Лакер, блять, ебучий, наверное. Я смотрю, граната мимо пролетает. Ну, думаю, в другую он часть один комнаты. Уже. Вот он, сейчас я его помечу. Ходор? Stay defensive. Блять, он под ноги стрельнул тебе, по-моему, нет? А. Он на мину нарвался, там поёбал. Мы его так зашугали, короче, что он на мину просто наступил, блядь. Хотя ты быстро ранил того чувака, который его... Ха-ха, блядь, я тебе говорю, с гранатой, я это, кстати, момент записал. Граната летит, отскакивает и мне под ноги. Я хочу снова с этими чуваками, они весёлые. Мне 543 очка дали. Очка. Сколько? 540. Чё так много-то? Ну я еще задание выполнил на 10 очков. Ты это уточняй. Халявщик, бля. Бля, чувак, всё, халявщик, я задание выполнил. Это херня. Ты мне объясни, почему нельзя, не выходя в меню, прокачать своего этого персонажа? Это да, это не, это реально, это вот эта проблема. В Call of Duty, по-моему, такая тема была. И в Battlefield даже была, но Battlefield намного дольше. Не, в Battlefield ты прям можешь это настраивать во время игры. А, цеплять да, там да, всякие это... прицелы, там всякую фигню, а потом возрождаться, блин. Ну да. А тут, блядь, нет, надо выходить, главное, не надо, блядь. Ты недостоин. С учитывая то, как оно заходит, блин, в игру, это. Жесть. Блядь. А что такое 1800? Шестерок. 1800 шестерок? Да. Это какие-нибудь Rainbow Six бабки? И, наверное, можно будет на них донать. Блять. Давай выходим, короче. Да, действительно. Нашли повод выйти, да? Блять, 100% будут микротрансакции, короче. Да, их, по-моему, уже анонсировали. То, что там можно будет прокачаться. Пиздец. Раскраску будете покупать там за денежку. А можно же и за эти. Поставлю я глушитель. И рученьку. Молодежную. Чисто я глушу. Че, наверное, я термита возьму, да? Ты кого хочешь, бери. И лысого из Brothers. Блять, лысый город. Сука. Там сказал, что ты сказал. О, могу глаза, блядь. Мистер Глаз. В жопу. Давай, взял. Взял, не взял. Ну. Взял, взял. Блиц соберу, блядь. Давай. 10, 9, 8. Бля, я паниковать начинаю, когда какой-нибудь начинаю. 5, 4, сука, 2, 1. Ой, на видео ушло, блядь. О, зато зашло, смотри, сразу. А там первый раз ты нажимаешь, всегда так глупо, главное мил, как ты на замок нажимаешь, да? О, смотри, как удачно зашли. У меня есть чувак с щитом теперь. Если что, скажи, я щит возьму. Окей. Что у тебя есть? О, так, тачанка. Кто первый выберет тачанку? Опа, я взял тачанку со сайте, суки, бля. Конечно же, пистолет Макарова я возьму. Нет, не возьму, возьму. Не возьму, возьму. Ладно, возьму. Не возьму, возьму. Ай, тачанка. Бля, моего электрика забрали, прикинь. Да я вообще в шоке. Давай, бери лузера. Сука, вот эти хорошие. Каково быть одним говнарем среди техничной команды? Это говнарь с дробовиком нахуй. Ты чё, в ебнуться ходит нахуй? А, блядь? А я тебе сейчас хочешь тачанку промежность ставлю.
блять, поставь ты сраный пулемет, а? На че мне миссию с заложником не вели, пожалуйста? Бэт стал боёб какой-то мутсан поставил, хуй ёбаный замер. Я батя будет пулеметить. Задротить батя будет. Не дата здесь, а про православный пулемет рассказывать плохие вещи. То, что им бомбовал, вообще это не значит. Не, просто им реально крестить можно. Здесь 60 патронов. Хватит, короче, от макушки до пяток перетянуть. Слушай. Бля, стучаться. Бля, еще и стреляют, я тебе так скажу. Угу. Все четверо на это. Оу, тачанку снесли. Ты прикинь, тачанку чем-то бах взорвали, и все, нет тачанки. Так обидно. Слева идут. Слева с какого лева? Ну там еще понятно. One out, four remaining. Ты понял, кто он? Еле ушел. Там соседняя дырка была, что ты говоришь? Не, я просто это как нормальный человек поступил. Первый раз в истории шутера, блядь. Зашел сзади, блядь. Годно, годно. О, ты прикинь, я первый раз я при танце буду играть. Какая прелесть. Тащер. Ты понял, да, кто? Поаплодируем Стащеру, бля. Они монтажники всякие, бля. Ты за мной будь, главное. Поехали, чё? А я? Ты этот, я говорю, монтажник. Сраный интернет проводишь людям. Я ещё этот самсунговский хэнд собираю, блядь. О, диффьюзер поставили. Вот плохо. Я не нравился, понял. А как ты, я чё-то не понял, как ты мимо него проехал. Не проехал мимо, я обратно поехал. А, падла. Че, обдиск какой-то сюда. Опа. Так заговорила. Да, до этого кто гранату в стенку кидал бы? Пошли за мной. Пошли за мной. Слушай, последний раз, когда мы за дом выходили. Я могу. Смотри, что я могу, развернись. И че? А я не знаю, что там. О, у меня смотри какая есть.
Чувак, видим, как ты вечно пока будет, блядь, кресал в бога верит. Чудеса. Теперь ты понимаешь, насколько ущербна тачанка, блядь? Понимаешь, да? Давай, первый пошел. Второй пошел. А, кстати, бомбу не нашли, да? Так, блядь. А, не, одну нашли. Стой, 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 стой. Эй, ты можешь эту стену сломать, в курсе? Вот эту стену ты можешь сломать? Какую? Потекла вообще? Deploying a breach charge. Prepare for. Внизу бомба, может быть, спуститесь? А мы как бы вверху неплохо. Cover me, breach. Черт, с лестницы пришел. Блять, меня ранили. Подожди, это... Как он меня завалил, я что-то момент этот упустил. Даже... Показали как-то не очень. Чувак побежал, пострелял, убежал и все. А я в тот момент... Просто умер. Ба. Вот сейчас ты видишь мой труп, блин. Вот там вот он за углом здесь где-то сидеть должен. Так, твои нахуй, как я зашел, блядь. А, через окно, Питер, блядь. Да ты не это. Сильно не ругайся. А кем где его? А, урод какой. Попался, понял, да? Попался. Че? Че, не ругайся? Мама. Да не, вообще. А, ну ты же запись. Православная запись на таки. На ютубе забанят? Да. Главное... Отец Димитрий... Тут он не видит за то, что он нам С4 на потолке, а, да? А может это его С4? Чувак, его С4 не бывает. Он-то атакует. Чё происходит-то? Тачка в окно лез. А, там побегал, побежал, конечно, стрелять. Ты понял, да, чей диффуз был? Кто, бомба, что? Это мой диффуз был. Чё, какой диффуз, ты о чём, блин? Ну, чемоданчик с диффузами, короче, это мой был. А, думаешь, да? Ну, он сначала твой был, меня подобрал. А, не, это он вообще изначально не мой был. Я вообще умер как-то по фан... Просто фантастически. Стоял в проходе, короче, перезаряжался, пах упал. Показывают на киллкаме. Чувак просто стреляет в дверь, а я где-то, короче, справа от него сижу. И он побежал поднимать своего друганю, а я в этот момент просто упал. Бог так захотел? Да. Правильно? Да. Зевс громовержец. По-любому. Если ты маленький читал бы, с тобой бог тоже был бы. Ага. Be advised, Op 4 has found a bomb. See my face! Оборона со всех сторон. Давай мы еще знаем, что сделаем. Нет. Это тачка, да? Да. Down to 5 seconds. Слушай, а чем мешает на бомбу Б поставить диффузер? А мы, короче, все на бомбе А такие. Да нормально, будем на А сидеть. Можешь быть русский. Ну ты русский, я как бы. Не тоже в России живу, правильно? А ты еще давай, вообще что-то. Непонятно кто, да?
Приблуда. Я Шухрат Кисикбаев. Сын ты его, блин. Ок. Я татарин, да. Мясо сын. Ты там окно смотри, слышь. Дверной проход смотри. Сам в тот проход смотри. И меня по-любому убьют с другой стороны, я больше чем уверен. Я слышу, что там же вообще мутка в другой стороне происходит. Детская идем, чувак. А если я постреляю, тоже мне. Ну, ему плохо будет, наверное. Щит, щит, чувак. Да понял, у меня щит-то пробивает, пусть сюда идет. Да спрячься там, сиди не высовывайся. Чувак, сверху там этот дырбалай, блин, зашел, блин. С щитом. Не, сделали хотя бы, чтобы пулемет тачанки, например, щиты пробивал, а? Слушай, ну как он ушел вниз-то, а? Слышь, да? А, нормально, нормально, он чё, пострелял, всё сделал бы. Мразь, блядь. Фигня какая-то. Монтажник подобрать, что? Давай по-тихому попробуем, что их напишешь. Угу. Для этого ты взял бабу с гранатометом, да? Не, имеется в виду, она тоже полезна, когда нас поймают. Когда что-то мало логики. Заметил, да, этот момент? У него на ней глушитель висит просто. Так, они в детской, они в детской. И что ты предлагаешь? Чесака позвать. Что не детский свет? Пэтч! Я сам не на полис. Ой, он Battlefield, блядь. Я бомбу нашел. Давай попробуем на бомбу А пойти. Пусть они бомбу Б обороняют. Так, куда бежать там? Так вон у нас через... Вон уже окно, блядь. А я знаю, что сделал. Я в глушитель вот этот. А, не, это не тот момент. Какой не тот момент? Самый тот момент, блядь. А не, здесь не получится на Б-бомбу пойти. Видишь, 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 уже кто-то стоит тут. Вынырнул. Да, да, там еще, кстати, где-то это, ты висишь, короче, этот. Растяжка. Сука, вынырнул прям. Нехороший. Может, вставай. Блять. Блять, ну каким аутистом нужно, блядь, чтобы спалить, не спалить еще. О, хорошо щит застрял, да? Бля, вообще шикарно, на самом деле. Вот,
отомстил. Блять, меня спалило такая. Так, где же тут? Тут где-то камера должна висеть. Чувак, вообще-то это у нас камеры, а не у них. Нет, у них же наружные камеры. Шей, ты сейчас вот реально побежал камеры искать? Она мешает? Ага. Не, просто ты если сейчас залезешь, тебя снимут сразу. Они в этой, как бы, в ванной комнате. Видишь, через дырочки простреливают. Ёбаный щит, сука, он как-то мешает на самом деле, блядь. А у меня щита уже давно нету. Вон. Ага. И теперь в самый момент главное не упасть, да, вот это. Да давай ломай, пролазь уже. Упади. Твою мать! Повезло, что ты не с крыши упал. Вон. Да твою, блядь! Вообще, слушай... Куда она полезла? Я понять не могу, я ничего не нажимал! Я не нажимал пробел! Они тупые, что ли? Что за... Зачем она перелезла? Я не нажимал пробел, блядь. Значит, нажал Enter. Какой Enter? Ты чё? Я на клавиатуре, по-твоему, играю, что ли? А, ладно, на чём ты играешь, блядь? На геймпаде, блядь. Ага. Я понять не могу, почему она перелезла. Перелезь. Потому что баба... Ой, всё, сказала. Ой, всё, блядь. Пора сливаться, стреляй, пора сливаться, блядь. Ну, сексизма должен быть. Так, они в гараже, блядь. Я застрял, а нет. Be advised, your drone has located a bomb. Как он спалил? Так и засел тупо. Я не я, и жоп не моя. Не, пошли вместе, слышь. А чё ты просто людин? Чё это я просто людин? А, не, не просто людин. За Британию! Снова это запомнил. Где-то здесь снова эта камера. Она бесит меня на самом деле. Может, я с щитом сначала пройдусь? Воу-воу-воу. Да, блядь, уже задолбала эта сраная игра. Никого же не видно, блядь. Сидит, сука, затарился за какой-то стенкой, блядь. Ну все. Капец он выглядывает, блядь. Охрененно, блядь, слушай. Ну хоть победили, блядь. Кстати говоря, ты что, первый раунд? Боже, нет, это пятый раунд уже, заключительный. А, да? 3-2. Камбэк вин. А, не, не камбэк. А, капец, к этой игре опять надо привыкать, блин. Я, кстати, убил его. А, что, про тебя пострелил? Я же британцем никого ни разу не убил. Зато, сука, меня уже сколько раз убили. Тебе не надо. Ты хоть кучу на экрана делает? А? Она эту электронику вырубает, как я понял. Так, надо выходить снова, да? Не. А, не. Дайте нам ту вещь с офисом, пожалуйста. Пожалуйста.
Это что, первая запись, которую ты нормально снимаешь, да? Да. Не, не то, что со звуком, то, что заходит это. Мама, я летающий! Так. О, он тебя, короче, грузит. Завидуешь, да? Да ладно, да. Как там твои 5 подписчиков живут? Я же не снимаю уже почти. Было я же тебя, наверное, буду. Было вообще снимать, блядь. Че ты мне просто, вот реально, у меня сейчас такого, как... Если у подписчиков можно назвать вдохновение... Не, ну вот смотри, мало мудаков, которые снимают вот этот Life of Feodal. Я их вообще, например, на YouTube не видел. Сиди, снимай. Там все, ну мне пока не хочется, понимаешь? Я сейчас реально устаю. Я сейчас играю в Ромео, блядь. Чего? Ну у нас, короче, я помогаю этим филологическому факультету, они попросили сыграть Ромео на английском языке. Я не знаю, почему филологи играют на английском. Тоже не. Но я им помогаю. Блин, вот где вот здесь вот эту тачанку ставить, блин? Один с гаража идет. Я его и помечаю. Двое уже. Уже двое. Бля. Не успел. Один раз, по-моему, попал, только успел. А, их там двое, чувак, идут. Со спины у меня. На левой стороне, короче. Твою мать. Не вовремя перезарядился. Да мне вообще не нужен был этот гараж суваться, я себе сидел в офисе, блядь. Чё-то подлез. Оп! Ох, помолодец, а! И не растерялся, блядь, он перезаряжался, да. Опа! Пусть ему повезло быстро, блин. Перезарядился быстро, капец. Повезло. С одного лайна вместе пойдем? Да. Убьем кого-нибудь. Думаешь, убьем и чайный пакетик сделаем, да? Да. По очереди. Злодейский гениальный план. А кто первый? Сделаем по-белорусски. Братский чайный пакет. Когда белорусы делают чайный пакет, да? Да хуй тебя пришли. Не знаю. А они там, короче, налево. Оп! А-за-за.
А я не... Ай! Это хотел сказать, а я не поехал, меня убили. Your drone has found a bomb. Куда ты поехал? Назад вернись. Блин, он бы мог там засесть. Куда? Вот он дурак. Медведь, который поел, короче, пытается выбраться обратно. Make your way to its location and defuse it. You must recover the defuser. Так, давай, знаешь, что сделаем? Пойдем с третьего этажа. Со второго пошли. Да пойдем с третьего. Хотя пойдем вообще так по кайфу, короче. Не-не, вместе, чувак. Пошли тогда. Чтобы умирать было веселее. Ну конечно. Сейчас тут. Вот, блядь. Вот это веселуха. Чувак, я же тебе говорил, надо было с третьего идти. Короче, он там на противоположной за лестнице сидит за перилами. Нашел его? Нет, вот ты мне скажи, ты нормальный, ты револьвер взял со щитом? Я не брал его, он сам взялся. Сука, я попал в эту дверь. Мразь, блядь. Случайно, не, от испуга попал, наверное. Чувак, я просто стрелял, блядь. Ну что, одного не смогло. Иди спасай, что ты, блин, это жопу кверху. Ага. О! Чё, он выпал? Слава Украине! Мои лечащие слова. Ты теперь понимаешь, да, всю ущербность твоей этой ситуации? Залазь, что давай резко, слева смотри. Давай диффузер. О, не ставь диффузер. Справа, блин, вот я всегда же кричал тебе справа, а тут меня крикнул, и тебя убили. Я думал то, что я вообще попал в него сначала. Нифига ты в него не думал. Пиздец, ебанутый ствол какой-то, что-то отдача, да, 6 патронов дали. Я вообще его как взял? Я вообще не знаю, как ты его взял. Он под спайсом был, когда взял его. Под тяжелым спайсом. Тяжелый. Почему у тебя наушник постоянно работает? Ты мне объясни. Я не знаю, как выключить его. Я не знаю. А ты не пробовал в меню поставить там touch me и говори? Push to tell даже? Не знаю. Все, я включил его. Игре говорит, похуй будет, вот фигер просто люди. Нет, чтобы на серьезно, это глупо. Вот это глупо. Что глупо? Down to 10 seconds. Down to 5 seconds. Surveying for hostiles. The bomb locations are secure. Initiating jammer. Ну откуда ожидал, оттуда, короче, и прислали бы. Так откуда? В детской комнате, блин, как всегда. Как а всегда? Ты сейчас не любит то, что мы даже туда не зашли никто. Ну я же тебе говорю, в детскую комнату, как всегда, никто не охраняет.
Да, блядь, я же в него раньше стрелять начал, тварь ёбаная. А, у него, блядь, R33. Сейчас. Просто смотри на этот момент. Да. Я ему 5 дамага нанес, чувак. Или он мне, хрен не знает. Пу-пу-пу-пу. Я на месте. Op 4, last op standing. Ну вот он и там на... Op 4 eliminated. Сидит, я же показывал. Как же вера полиция, знали? То, что он стоит. О! Я на окно полез, не надо. Ой, на окно, на стену, что-то есть. Да, блядь, ну я же уже проехал его. Как он нахуй выстрелил вперед, а сломал заднюю эту хуйню, которая в еле-еле попадешь, блядь, понимаешь? Ага, еще один. О, еще один, блядь. Он попадает. Одним выстрелом его это. О. Там, кстати говоря, капкан. У окна. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Где? Чел, ты молчишь, если ты что-то говоришь, если ты это хуёво. Детская, детская. А, они двое в детской. Одного я покоцал, получается. Блять, где же ваш сука плодят-то, а? А что башка-то? Я нажал. All friendlies have been eliminated. Что за хуйня? Я нажал на бомбу. Блять, ёб твою мать, да пиздец тупица какая-то, блять.
Я нажал на эту хуйню, ебучую кнопку, блядь. Он сдох, что мразь сдохла, которая внутри сидела, блядь. Но мразь не сдохла. Йо, йо. Бля, надо хоть для приличия хоть убить кого-нибудь. Вообще плохо, да? 0 на 4. Да вообще жопа. Аутизм, 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 аутизм. Скажи Гладу, чтобы он на окно сел, а? А, точнее, на снайперскую позицию, чтобы он не лез куда-то, да? Если... А, я, по-моему, я по самому тоже могу говорить, да? Они же меня слышат. We need to locate a bomb. Так. Там можно подниматься. Там это электрическая хрень. Сука, я прошел через нее. Че она мне духом долбанула? Да куда вы идете все? Я же сказал, там электрическая хрень. 10 секунд. Но мы знаем, что они на третьем этаже на самом деле. Это уже хорошо. Ну да. Куда вы ривер докс, если вы. Блять, я не понимаю, картография. Никуда. Куда? Какой ривер докс, блять? Это ебень грант кинул. Ох ты, забился. Даун, ёбаный, даун, бля. Были бы мозги, было бы сотрясение. Чё, как не удар кинул, да? Куда, блядь, рекрут кинул. То есть... Меня не бомбит. У меня не бомбит. У меня не бомбит. На, я кушаю. The diffuser has been recovered. Сдохни, блин, блядь, долбоёб ебучий. Стой! Стой! Не стреляй! Я перезаряжался, мразь, блядь! Что это за выстрел был вообще? Кто проживает на дне океана? Ну серьезно, надо похавать. Я с работы пришел, не ел нихера. Бомбить, бомбить. Давай выйдем. Покачаемся, типа ешь за. Тоже вариант. Так, для защитника. Капкан взять что ли? Как думаешь, брать капкан, нет? Чё по кайфу бери? Ну ты же советовал бы. Ладно, беру капкан. Но капкан чаще всего... Ладно, спасибо.
Да. И тебе тоже русский боец. Шухарат Кисикбаев. Шухарат, блядь. Я пойду, короче, это самое, Ватиканские комедии. Ты что, готов? Амура. Я вернулся. И тебе тоже? Ага. Приглашай. И? Yeah, me too. Need to use your drone to locate a bomb. Nitro set. Tango, let's go. Can you hit?
drone has found a bomb. Да, уже началось что ли? Ага. Вот сказал бы там нашлось там. Я игру свернул. Ну и нет, я игру сворачиваю. Мемы смотрю ВКонтакте, блядь. The diffuser is now secured. Бля, теперь я located a bomb. Главное, я могу выйти в локацию и дефузить. Минус один гравит. В принципе, ничего не поменялось. А ну, я смогу как-то попасть. Ай, блядь. Минус один как-то соединить. Ты идешь куда? Не знаю. Они все равно на втором. Так. Ага. Тут выход, короче. Я нашел выход. Я чувака через, блядь, целое здание убил, прикинь. Да, ты вообще силач. Походу я опять выход нашел из здания. Так, да, идем, да. Идем дальше. Ах, твою мать. О-о-о, как это эпично было. Сука. Так, смотри. Я надеюсь, тут пробьет. You located a bomb. One op four remaining. Охуеть, ну да. Вот это мне понравилась миссия. Охуительная миссия, скажи. Ну да. Меня сняли так прикольно. Чё? Расстреляли женщину, блядь. Солдата. Солдата. Ему похуй, он такой, знаешь, блядь, даже не посмотрел куда-то в другую сторону. Ну бывает, блядь. Капкан. Чувак, я капкан. Топчан, блядь. Пиздец. Сука, смысл я какой-то нельзя. Бомба. Нормал, блядь, нормал. Сейчас у нас выскочат такие жесткие задроты в атаке. Хотя учитывая, как они играли за прот. Не, я так понял, надо... Мы так, знаешь, издали взяли на самом деле. Мы... Идем. Нет, ты что делаешь? Куда идешь? Что за звук? Ебать, ты слышишь звук? Блядь, я же его убил! Урод, тут урод, а. А, он с АК был, я с пулеметом, блядь. Хотя... А, он ранен. Чувак, там мужик раненый. Слышь, где я умер? Э, к вам идут на Б.
Он на пролете стоит. Это просто фейл. Я ставлю эту сраную тачанку 2,5 часа. Меня убивают. Бля, чувак, просто ставь ее где-то, блядь, в центре, знаешь. Давай. А, наверное, не купили ничего. Эй, дай мне камеру ты. Чел, дай камеру, да? Слышь, Кирилл, дай камеру. Ну ты же не крутишь ей, блядь, дай камеру. Эй, аутист, дай камеру. Иди нахуй, короче. Бля, ты даун, ёбнутый, дай камеру, блядь. Last operator standing. Йо, вас еще не убили, что ли? Ты Евгений, я тебе говорю, дай камеру, блядь, их не крутишь, блядь, просто сможешь вот точку, блядь, одну. А, да? Надо было сказать, пока я был на кухне. Иди нахуй, блядь. Дай камеру, дай камеру, дай камеру, блядь, дай камеру, и молчи, блядь. Давай я считаю, как беру, короче. Чего? Щитника беру, щитника. Дерьмовый, что ли? А? Дерьмо, что ли? Да. Короче, идем вместе, как обычно, правильно? Как обычно, сливаемся. Вот не скажи. А что, не так, что ли? Я обычно всегда рвусь вперед, и меня снимает какой-нибудь чудак. А ты не можешь меня... С выстрела в голову. Я же щитом. Давай, давай вместе просто пойдем хоть раз, блядь, нормально, чтобы как команда, знаешь, это... Думаешь? Уверен. Внизу их нет, наверху. О, германский побегает, какой-то посольство. Это самый верх. А вот здесь бы было прикольно. Че, никто ничего не нашел, что ли? Нет. А, они, видимо, в другом здании, круто. Так, это одно цельное здание же. Да нет же. А? Ты на план посмотри здание. Вот если бы в корабле было. Сделаю, наверное. Пошли, постой, стой, 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 не беги, не беги, не беги, вот я тут. Снизу будем идти? Ну да, тут же 9 есть. Может быть я первый пойду, нет? Ты щиты дерьмовый, где? Просто херня в том, что мы даже не знаем, на каком они этаже. Ага. Заебись. Там тачанка сидит. Нету тачанки. И меня лично. Я ебал, я его даже не увидел, пиздец, такую махину, блядь. Что это было? Блядь, ну куда ты смотришь? Блядь, даже я видел его. Сука, блядь.
Бля, он одного снял, потом развернулся и второго снял, бля. Оба не увидели его. Вот это ползание, это надо убирать вообще, это дерьмо. Вот пидорас тачанку взял. Да? Да. Хейтишь тачанку, если сидишь на него. Блядь, неправильно, чё. Чё это он пишет? Чё хочет-то? Из тачанка. Что это значит? Моя тачанка никому не отдала. Типа, изи тачанка, знаешь, легко. Нахуй, братан. Наксуй. Долбоеб. Secure the area, keep the bombs protected. Wire deployed. Bomb location compromised. Plan accordingly. Yes, found it! Good to go! EDD mounted. Let them... Down to 10 seconds. Down to 5 seconds. Wall reinforcement, please! Op 4 has located a bomb. Ready to engage. Бля, вообще какую-то жопу взял, бля. Мне здесь помощь нужна на бомбе. Так, блядь, чувак, если ты просчитал, блядь. Вы щитника убили, да? Хуя его не видно, смотри. Ну да. Блин, вы не видите, что кровь немного потеряла свои текстуры? Мне напутал, как блядь, сок какой-то красный. Нет? Не знаю, чувак, я сейчас ищу тебе, чтобы, блин, цель пометить. Чё ты стоишь здесь на лестнице, трёшься, блин? Видишь того чувака внизу? Это я его убил. Видишь на тело тёлку? Это я её убил. Видишь того мужика? Это я его убил. Так что закрой свой зад, блядь. Просто подсосник. Слушай. Здесь подсосник, блядь. Эта дрянь нарвалась на мою мину, блядь. А этот чёрт, блядь, видишь, прям на меня вышел. Осмотр тел. Шикарно. Это шикарно. Что это мы сделали, блядь? Посмотрите, ладно. Писика. А молчит и ничего не делает. Писика. Ох, блядь. Сука. Так локтем бахнулся. Ужас просто.
посмотрел вчера этот Тарков, блин, Escape. Слушай, он на Альфе выглядит лучше, чем вся эта поебота по имени Радуга 6, блин. Ну, кстати, как онлайн, по-моему. Да понятное дело, что он онлайн. Вот эти прицелы, оружие, все как-то там движение, как четко выглядит все. Да? А так они туда попадут, ты уже полный. Одень, падла, наушники. Затрахал своим эхом, бля. Шкар! Студийная шлюха. Что? Я вообще хуево слышно, бля. Надо выходить туда. А, точно. Это ты помнишь, что Mount & Blade сделали турки? Всё, этот какого? Не Батхёрт, а как эта херня называется? Бойкот, блин. Теперь не будем играть, да? Ну да. Слышал же, да, этого штурмана спасли, блин. Да? Ага. Как? Бля, висит над пропастью, ему кричат: «Держись, братан!» Он кричит: «Держусь, братаны!» И, короче, тянут его. Второй... и вытянули, короче. Погоди ты. Второй пилот битого Су-24 спасен армией Сирии в результате спецоперации. Второй пилот битого российского самолета Су-24 был спасен сирийской армией после специальной спасательной операции за линией фронта. Об этом сообщают сирийские военкоры и один из крупнейших ливанских телеканалов. Давай это, принимай приглашение. Дай улучшу. До этого ты, блядь, чем занимался? Так, тачку улучшу, тачку. Все, готов? Погоди. Тачанка, блядь. Шоп лайф. Слушай, я вот эти кнопочки все время боюсь нажимать, бля. Я думаю, что у меня пиратка, бля. Я нажму, и оно вылетит, бля. О, смотри, тут что можно покупать. В шопе? Да. Какую-то хуйню купил. Не знаю, что за... Буст какой-то. Это улучшение, по-моему, да. Я понял, блядь, что это улучшение. Чего только? Бустер. Increase. Период он там. Нихуя непонятно. Походу бабла больше дают. И все. А, еще Виапончик скинс. Ну конечно же, куда же без них-то? Без этих. Так, погоди, я тут куплю такой чудесных. Хайплайф, да, это так. Да, я помню, скинс, бичок, бустерс. Что нужно купить? Шоп. Бустерс, что-то там. Не, ну это уже, короче, они тупо под Counter-Strike закосили. Будут здесь всякие азимовы, которые будут покупать конченые люди, которые на это тратят деньги. Мамкины. Вот ты выебываешь, а Азимов 12 тысяч стоит. Я же говорю, блядь, это надо каким юродивым быть, чтобы на это 12 тысяч потратить, блядь. Просто, блядь. Ну, люди покупают ключи. А чё они делают? Чувак, они блядь, просто юродивые. Не, чувак, если... Прикинь, ты купишь ключ, откроешь контейнер, а тебе там выпадет Азимов. Ключ стоит 130 рублей, а Азимов стоит... Вот и на этом вот строится это... весь развод, да? То, что ну, ваших да. ключей 10 тысяч, бля, а Азимов в этом сундуке один, да?
И у вас таких мудаков. Не, я включил купил ключ за 130 рублей, открыл, и мне вышла пушка за 700 рублей. О, да, мы грузимся. Прикол? Чего? Купил за сколько? За 130, а вышла пушка за 700 рублей. И я ее продал. И что ты сделал с этими 700 рублями? Наверное, потратил на что-нибудь полезное, да? Хорос купил. Да все здесь души русские. По данным журналиста, бойцы воздушно-десантного войска СА нашли второго пилота и охраняли его в течение 2 часов, прежде чем он был доставлен на российскую авиабазу Ленин и Латаки. Позже появилось видео, как спасали российских летчиков. Что, ты опять игру свернул, что ли? Ты понимаешь, что ты своим действием сейчас сервера Ubisoft положил нахрен? Это просто капец. Просто раз, четко. Ну, просто мы синюю команду ждем. Они ливают все. Правильно, потому что игра-то зависла. Мы вообще попали сюда, не пойми каким макаром. Я вообще подумал, что у меня сегодня день рождения. Такой подарок, блядь. Первый раз за 1.5 часа. О, чувак, ты вчера еще не играл. Мы за 2.5 часа 3 раза сыграли. И давай выходим. Да, здесь, короче, можно ливать уже, это бесполезняк полный. А, самая ха-ха, здесь еще, короче, ливнуть нельзя. А, ошибка выдачи через пару минут. Короче, блин, как-то... Блядь, я вообще, я в шоке, через 6 дней у них релиз. Они, блядь, чем вообще думают? Там Равшан Джамшут розетки, что ли, прокладывают к серверам, бля. О, 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 смотри, да? Одни ливают, другие присоединяются. Как говорят, долбоеба в природе? Да. Почему мы не можем ливнуть? Почему? Заза. Может, они штурм дергают там? Что-то было тынь-дынь-дынь, бинч, и все. Я чувствую, что здесь какой-то экран под экраном точно есть. Просто в него, видимо, надо попасть. Опа, 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 опа. Один хуй. Э, чё, Alt F4? Что-то выкидывал, по-моему.